На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мужская команда гандбольного клуба «Гомель» заняла 3-е место на международном турнире памяти заслуженных строителей Ивана Соболевского и Бориса Беликова, который проходил в Украине в Запорожье. В заключительном матче дружина Сергея Цыганкова была сильнее молдавского ПГУ 43-27. Ранее гомельчане уступили израильскому ХПЛ и хозяевам турнира гандболистам ЗНТУ ЗАС. В дни проведения турнира Гомель сыграл товарищеский матч с клубом ЗТР. Сильнее была украинская команда 40-26. Полузащитник Павел Клинье стал игроком Гомеля. За зелено-белых футболист будет выступать под номером 27. Срок соглашения с 20-летним белорусским игроком рассчитан до конца сезона. Клинье начинал профессиональную карьеру в Неманагра. С 2018 года провел 29 матчей за основу минского «Торпедо». Забил 3 мяча и отличился голевой передачей. В расширенном списке молодежной сборной Беларуси по футболу для участия в матче отбора на Евро-2021 против команды Португалии игроки Мозырской Славии и Речицкого Спутника. В предварительном списке главкома молодежки Сергея Яромко 28 футболистов. В их числе форвард Славии Артем Петренко и его одноклубник полузащитник Глеб Шевченко. В числе голкиперов игрок Спутника Кирилл Котов. Готовится к матчу против сверстников из Португалии, который состоится 10 сентября в Жодино, будут 23 игрока. Их имена станут известны на следующей неделе. Спортсмены из Гомельской области победили в многодневной гонке «Тур де Брест». Велосипедисты нашего региона сначала поднялись на пьедестал почета по итогам 5-го этапа гонки. 3-е место занял Роман Тишков. На 2-м – Роман Романов. Победил Константин Белявский из Могилевской области. По итогам всех этапов «Тур де Бреста» весь пьедестал заняли наши спортсмены. 3-й – Роман Романов. 2-й – Роман Тишков. А чемпионом многодневки стал Евгений Охраменко. В командном зачете также не было равных сборной нашей области. Серебро и бронза достались Брестской и Витебской областям соответственно. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».